За последние, в общем, опять такая краткая справочка. За последние 3 года я поимел огромный опыт путешествия за границей. И... Не поимел, бесспорно, чувак. В общем, заходя вот... Не, вряд ли это я. В общем, заходя сюда, я такой почувствовал знакомый такой европейский запах. Ну, реально, реально, не шучу. Вот, каждый пиздатый, короче, такой диавольный бар, он пахнет тут так же. Таким, ну, легким табачком, немножечко пивка, ну и так чуть-чуть пота. Так, вот, это значит, ну, хочу сказать, что огромное спасибо Чики и Толстому, ребят, ну, за то, что они открыли это место. Это невероятно. При, блядь, вот такой вот, ну, современной системе вообще, ну, в этом городе, да, эти ребята просто, ну, тянут движуху, да, а вы поддерживаете, спасибо. Пожалуйста, приходите сюда, поддерживайте это место, это ваш дом, это ваша тусовка. Никого сюда не пускайте, будьте здесь все вместе. Ну и композиция, естественно, называется она «Брат Толстого». Дядь Лёша, эй-эй, круче! Большой человек, и носки не стирал он, как просили, но тот человек. Красота во плечах, свои руки гитару воспел. Я не слабый, я зол, я не злой, я не злой. Это он, это он, это он, это он. И никто не знает, что творится в его голове. Мы вам скажем, он любит послушать. Давайте еще ладошки. Ну, отличное место. Долгих лет жизни и пиздатых тусовок.